Всем привет! Очередной обзор вкуса базовой серии изолята протеина от производителя BioTech USA. Базовая серия называется Isoway Zero. На этот раз вкус лесной орех. Так, сразу смотрим, что у нас по белку. Белка 21 грамм на эту порцию пробников 25 грамм, что говорит нам о том, что в продукте содержится порядка 84 грамм белка на 100 грамм продукта. И рекомендации по употреблению. Смешать одну порцию 25 грамм порошка с 200 миллилитрами воды и тщательно перемешать в шейкере. Данный продукт употребляется... Так, рекомендуется принимать в сочетании с пищей, но не в качестве заменителя пищи. Длительность и цикл приема. Рекомендуется принимать препарат в течение 3-4 недель, затем сделать перерыв минимум на 2 недели. При необходимости цикл повторить. Так, все, вскрываем, смотрим. Так. Так, в шейкере 200 мл воды. Так, что-то много по цвету шоколада в этом вкусе, хотя он там быть не должен. Так, пены почти нету, мало, во всяком случае, по запаху. Запах больше идет какао, чем какого-то лесного ореха. Сейчас скажу по вкусу. Так, по вкусу чуть-чуть идет лесной орех. И как-то смешанный с шоколадом. Не пойму почему. Хотя шоколада здесь вообще не упоминается как такового. И вкус такой очень-очень невыраженный. Буквально сразу пропадает. Послевкусия никакого нету. Не сладкий. Такой какой-то вообще нейтральный. На самом деле вкус вообще на троечку на самом как-то больше идет. Потому как... Не ярко выраженный, абсолютно. Поэтому его я не могу рекомендовать. Мне кажется, его надо чуть-чуть доработать, чтобы он был более вкусным. Вот такой обзор. По белку все как обычно. Для данной серии 84 грамма. По вкусу так себе, не фонтан. Вот такой обзор. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.